Я буду с помощником, так что я не пей. Давай поговорим с болельщиком. Давай. У секции номер 3 и номер 4 заканчивалась регистрация билетов и оформление багажа пассажиров на рейс 1763 Омск, Москва, авиакомпания «Аэрофлот», аэропорт «Шереметьево». Совместно с рейсами 3963 авиакомпания «Авиталия», 4949 авиакомпания «Эльфранс». Поехали! Вот! Рейбо! 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 Так, ребята, сейчас я там пойду. Сейчас как переведут. Ну давайте мы здесь встанем, ну. Добро пожаловать. Кого снимаешь? Ребята, очень рады. Будет повод еще раз принести. Товарищи, на два места давайте. Полукруг образуем. Образуем полукруг. Райма. Райма, welcome, Райма. Девочки, давайте без автографа. Райма! 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 Ребята, автографы сегодня в 17:30. Ребята, автографы в 17:30. Книга. Нормально. Значит, наглее вас. Вы скромный, если ты туда вот залезешь, пойдешь, а то обнимешься обижать. Выгоняй журналистов, ты-то должна быть наглее. Все, ребята, спасибо. Журналисты, встаем, пожалуйста. Все готовы, ребята. Так, ребята, 10 минут. Вот часто говорят, что хоккейный тренер – это генерал армии. Вы сегодня почувствовали, что у вашей армии есть дополнительное очень мощное подразделение, фанатское подразделение? I know that the fans are great here, but this is something so high in my mind, and I think that it's only way that we need to compete like a hell in the ice, because these fans, they deserve that. Я знаю, что фанаты здесь просто потрясающие, это глубоко очень в моем сердце. Единственное, что я должна сказать, что мы должны по полной соревноваться, чтобы смотреть на то, что они заслуживают. Together we can do it. This is the only way. We need to do this together. И только все вместе мы это сможем сделать. First players need to compete. Then fans, they do the things, and then we as a coaches, we just try to do things that we don't distort it. Во-первых, хоккеисты должны соревноваться, фанаты должны делать свое дело, ну и мы тренеры должны просто не помешать им.
ваши ближайшие планы? Я знаю, что вы будете здесь до 28 числа. Чем вы намерены заняться в Омске? We're gonna meet the players this afternoon about 12 o'clock, and then we're gonna talk with them, and then we're gonna have a plan how we're gonna start working. Сегодня около 12 часов мы встретимся с командой и уже от этого будем отталкиваться, построим планы нашей дальнейшей работы. And one thing what I learned: if you can't play till last, then you need to start first. And now we are not playing. Let's start first. И одна хорошая вещь, важная, которую я научился, это если ты не можешь играть до конца, то лучше начни раньше. И вот сейчас мы не играем, мы начнем раньше. Как объяснить особое отношение с Омском? Все-таки редкая ситуация, третье пришествие, но и первые два достаточно успешно были. Почему именно Омск, как вот так объяснять этой химии? How can you explain this chemistry of you and Omsk? It's your third time here and previously you were pretty successful. And now you need to kick me out, like all the way. I gonna stay like hell here now. Теперь вы меня только пинком отсюда выведите. Maybe I'm gonna change my name, Subanovi. Может быть, я даже изменю имя. What are your first emotions, impressions? What do you feel like? Like little kid, get your first skates. Excited, happy, and somehow. First time I kind of feel a little bit pressure because of people are so great, so we can't fail. Я чувствую себя как маленький ребенок, который впервые встал на коньки. Я очень взволнован, но очень рад. Но в то же время я чувствую давление, потому что мы не можем провалиться в этом сезоне. As a coach, I'm not too old, but as a man, I'm 52. So now it's time to give all these things what I have. Я не очень стар как тренер, но как человеку мне 52, и я должен отдать все, что я могу. And it's great to leave my soul here as a hockey coach. That's what I'm gonna do. I don't know the results, but it's not just my heart. I'm gonna put my soul in here in this city and this hockey. Я вложил в этот город и в его хоккей не только свое сердце, но и свою душу. Кто поставит здесь свою душу? And that's a story this week that we're gonna try to find the players who really give their soul in this team, and it's not hard, it's not easy, but I think that we have a good players already in this team, and otherwise we can't win any games if there is no soul on. Также мы будем искать игроков, которые будут готовы выложить всю свою душу в команду. И я уверен, что у нас это получится, потому что сейчас есть хорошие игроки, но без этого не получится. Еще вопросы? Спасибо. Общая фото. Секунду, внимание. Сейчас никуда не бежим, не спешим. Спокойно сейчас сделаем общую фотографию на фоне болельщиков. То есть не бежать никуда не надо. Да. А ты что? Здесь у вас. Ребят, фанаты, болельщики и фанаты, давайте встанем, где оно? Не будем задерживать, сегодня еще большой рабочий день. Да. Да, мы не встанем. Все, на меня смотрим? Да. Работаем? Все. Работа моя личная просто. Работа моя понимаешь.